Дорогие друзья, и я приветствую всех тех, кто вот так случайно попал на мой отзыв. Ну, я точно могу сказать с уверенностью, что это не случайно. И я с радостью и с удовольствием хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями, которые получила сполна, и они у меня нахлынули на меня так, что до сих пор не отпускают. Я отучилась в 8-м потоке школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. И буквально вчера получала свои сертификаты, со слезами на глазах говорила благодарность и посылала любовь всем и каждому, кто был со мной на этом курсе, всем нашим кураторам и совершенно гениальному ученому Никите, который смог собрать по крупицам просто уникальные, редкие и нужные так нам сейчас в нашем мире знания. И вот так вот широко и структурировано, что ли, да, вот все нам передает. И для него, у него это была жизнь, да, сбор этой информации, а для нас это было 2 месяца обучения. И это было просто невероятно феерично. У меня, знаете, как будто ко мне нашли какой-то ключик и открыли сердце, и открыли душу. И сказали, что мне можно все мои эмоции переживать, мне можно говорить и думать. То есть, понимаете, вот настолько столько было любви, столько было принятия меня, столько было поддержки. Я не с гипнозом никогда не взаимодействовала. Вообще мало что про это слышала и знала. И как я попала на эту школу, я даже не знаю. Сейчас я понимаю, что это такая была, наверное, магия, и это высшие силы, возможно, высшие тонкие миры и наставники. Действительно, меня просто так вот вели всю мою жизнь, все мои 44 года, чтобы вот я пришла уже, видимо, подготовленная мозгом, я не знаю чем, психикой, душой в эту вот в эту школу и ее прошла. Это невероятный опыт, и более того скажу, это та школа, которая начинает работать сначала с себя. Да, мы получаем знания, которые на себе применяем, и себя мы, знаете, как рождаем, что ли, заново. Здесь у нас такое обновление, возрождение, что ли, души происходит. Ну, это не высокопарные слова, и вы все это тоже будете говорить, когда закончите эту школу. Вас будут переполнять эмоции, чувства, благодарность, радость, любовь и вообще все самое лучшее. Вы совершенно на других вибрациях, на другой уровень просто выйдете. Мы здесь работали в парах, и это, я считаю, просто гениальная находка, когда в маленьких группах друг с другом мы отрабатывали те задачи и те сеансы, которые нам нужны были. И таким образом мы получили колоссальнейший опыт уже на периоде обучения. Это было невероятно. То есть не было такой теории. И вот мы, да, узнавали и шли дальше. То есть мы каждый маленький фрагмент отрабатывали друг с другом. Со все погружения у нас были. И встречи с собственным я, и с третьим лицом, и хроники АК, и так далее. Невероятнейший объем информации, но как он гениально, как он чудесно спланирован, что вот по крупицам мы собрали совершенно фантастическое ожерелье этих знаний, и в голове у нас это все уложилось, и мы сейчас уже, знаете, такие опытные гипнологи, потому что у нас налет часов уже там далеко за 10, там за 15 часов, да, вот какие 15, боже, 15 это было, наверное, в 3-4 дня у нас только уходило, а мы каждый день тренировались, и причем у нас единственное желание в моей жизни в течение этих 2 месяцев – это тренироваться, да, выходить, заходить в гипноз со своими партнерами по курсу, это все проходить. Это было мое самое жгучее желание, и я страшно расстроилась, когда не получалось где-то, может, состыковаться по времени, потому что обучается здесь из всех концов света, и вот у меня были напарники из Лос-Анджелеса, и там с разницей в 6-8 часов. Вот. Но это удивительно, потому что все люди как жемчужины, и они настолько интересны, настолько близки оказались по духу, что вот у меня даже дочка говорит: «Мама, как же ты их всех нашла?»
это же такая, ну, редкая такая вещь, там, слиперс, то тем более, да, как они, вы так дружно, вы так друг друга поддерживаете, да просто семья получилась. Но это, наверное, волшебство, которое исходит от самого учителя нашего, Никиты Бурлакова. Вот. Но я так сейчас фонтанирую эмоционально, на самом деле не продумывала речь, просто решила вот написать, пока свежие эмоции и впечатления. Вот тот, кто сейчас сомневается, кто думает, это там дорого-недорого. Ребят, это не то, что недорого. Хотя я лично я взяла кредит на год, да, чтобы отучиться. Мне так вот, мне так комфортно было. Да, я мама троих детей, и у меня двое мелких, я еще в декрете. И я поняла, что мне вот так легче ежемесячно платить. Кто-то сразу оплачивает. И тут вопрос не в деньгах. Если вы готовы, то к вам придет понимание мгновенно. Ко мне пришло понимание мгновенно. Я увидела информацию по школе, я зашла на бесплатный вебинар, и он еще не закончился, а я уже точно знала, что я там буду учиться. Я не знала никак, нигде мне взять деньги, но я понимала, что мне нужно срочно идти на ближайший поток. Вот просто пришло такое понимание и осознание, что нужно, иначе что-то уходит, я упущу в этой жизни что-то очень-очень важное. Вот, поэтому я всем очень рекомендую, вот просто искренне, от всей души. Друзья, не сомневайтесь. Вот нету ни полпричины, чтобы не пойти туда. Вот ни микроскопической. Нету. Приходите. Конечно, надо трудиться. Конечно, ну даже те, которые потом выходили после пандемии на двух работах, даже у меня маленькие дети 3 раза успели переболеть вирусными инфекциями с температурой 40. Даже вот нам, таким, казалось бы, загруженным очень людям, и мы смогли все сдать срок, все закрыть свои хвосты, отработать все часы и даже гораздо больше, и гораздо больше, потому что мы этим горели. Это наша жизнь. Жизнь точно не станет прежней. И если вы хотите что-то изменить в своей жизни, лучшего способа, как пойти учиться в школу Никиты Бурлакова, ну, я не знаю, честное слово. Я всех обнимаю и целую. Надеюсь, мой отзыв будет кому-то полезен. Все. С уважением, Юлиана Гурьева.